Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И все чаще и чаще вы просите меня поснимать какие-нибудь нормальные домики, чтобы хотя бы было 4 сотки земли и так далее. Но очень тяжело найти, чтобы было 4 сотки земли, было недорого и так далее. Так вот, нашел я для вас интересный домик. Вот здесь 3,8 сотки. И посмотрите, какой интересный домик. Сразу говорю, давайте по кругу обойдем, посмотрим, потом уже зайдем вовнутрь. Этот дом у нас без малого 130 квадратных метров, находится в Черешне. И самое приятное, это, конечно же, локация. Если вдруг кто-то у нас хочет, чтобы дети были там спортсменами, если кто-то хочет, чтобы дети там занимались хоккеем и так далее, для вас это, в принципе, хорошее место. Кстати, вот здесь тоже можно что-то использовать, не знаю для чего. Так вот, это у нас село Черешня, соответственно, улица Владимировская. Извиняюсь за ветер. Я ветер сегодня не заказывал. Ну и вот, посмотрите, да, здесь можно припарковать два автомобиля. Красивые ворота сделаны, да, какая-то небольшая придомовая территория. Здесь в брусчатке. В принципе, плюсов очень даже много. Ну и даже с первого этажа у нас видно море. Итак, давайте попробуем зайти внутрь дома, посмотрим, что же здесь хорошего у нас имеется. Первое, что бросается в глаза, что сделан не по-сочински. Что значит не по-сочински? Стены отштукатурены и сделана электрика. Это тоже большой и огромный плюс именно для покупателя, потому что, в принципе, остается только сделать стяжку пола и, в принципе, все. Конечно, раньше, пока этого дома не было, вид был просто бомбический. Сейчас море видно с первого этажа, да, но только вот тот просвет, который уже не застроится, вот видите, эти крыши. Но в целом, посмотрите, да, ну неплохо. Вот если мы, например, возьмем среднестатистическую семью, вот, ну, захотели вы себе сделать кухню, гостиную, ну и, конечно же, захотели сделать спальню. Не смотрите вот на бардак, это все остальное, потому что здесь живут рабочие, те, которые строят еще, ну, как бы другие домики у данного застройщика, да? Застройщик у нас ИП, просто приехал и занимается тем, что строит дома. Чем мне нравится данный застройщик? Тем, что он не загибает огромные цены на свои домики, да? Вот, ну, например, вот можно сделать либо кабинет, либо, например, ну, как бы комнату для родителей. Я считаю, тоже будет хорошо, чтобы они наверх не поднимались на второй этаж, уже тяжело. Например, у моей сестры в доме сделано именно так. Хочется отметить территорию. Посмотрите, да? Хорошая территория, добротная. Лично мне нравится. Машину припарковать можно, при желании можно сделать навес. Ну и, конечно же, посмотрите, да? Здесь можно при желании сделать бассейн. В данном доме у нас 15 кВт электричества. Здесь скважина. И, конечно же, сделан современный нормальный септик. Это у нас санузел. Его тоже каждый уже подделает так, как ему нужно. Притом он большой для данного дома. Ну, реально большой санузел. И давайте попробуем подняться наверх, посмотреть, что же там у нас интересного имеется. Лестница бетонная. Тоже большой плюс. Перекрытие между первым этажом и вторым тоже бетонное. Это тоже огромнейший плюс. Ну и здесь мы с вами видим три спальни. Да, спальни небольшие, но, например, из плюсов, например, мы можем, например, даже с этой спальни спокойно наблюдать с вами море. Ну, это тоже большой, огромный плюс. Три спальни – это классика. Притом дом, я говорю, небольшой, 130 квадратных метров. Эта спальня прям самая большая. Ну-ка, давайте посмотрим. И вот рядышком дом продавался, как-то его тоже снимал. Люди купили, если не ошибаюсь, Бийск, видите, довольный, ковыряются. Вот она. Пригнали с собой машинку, приехали, все. И они живут на земле то, что они и хотели всю жизнь. Все. Этот дом мне нравится больше, потому что у того было всего лишь 2,8 сотки земли, а здесь все-таки побольше. Тоже здесь не смотрите на вот такое вот маленькое безобразие, потому что, ребят, здесь, ну, сейчас живут рабочие. Вид открывается на море, на зелень. В принципе, хорошо, комфортно и в целом, чтобы довести до ума, остается очень-очень мало вашей энергии. Не знаю.
Ну, что-то, знаете, вот такое вот хорошего есть. И вот я себя поднялся, дорога обалденная. Вот здесь мы с вами видим аэропорт. Вот за этой горой Олимпийский парк. Тоже, в принципе, большие плюсы. И в целом, как бы, вот чем отличается у нас Черешня от всех остальных, здесь, в принципе, нормальные, хорошие подъездные пути. Ну, домики, вот этот домик продается за 8,5, но его долго будет продавать, потому что в Черновом, когда есть вот такой красавец, домик. За 7,5. Этот дом уже продан. Он стоил у нас подороже. Он стоил 10 миллионов рублей. Тоже в Черновом. Ну, а этот дом построили для себя. Для себя любимых. Поэтому, в принципе, соседи здесь уже у нас имеются. И соседи, в принципе, ну, хорошие. Хорошие соседи, однозначно. Что хочется сказать про цену, ребят. 7,5 миллионов рублей. Учитывая, что здесь, в принципе, все есть для того, чтобы можно было заехать и даже временно жить. Ну, реально, тут для временки все сделали. И можно потихонечку. Обычно на дома такие покупают те люди, которые ремонт делают своими ручками. Такие, как, например, мой папа, которые там на всем будут экономить. И, соответственно, они там выберут просто там поклеить обои, самые недорогие полы и так далее. Потому что дом сам по себе, он недорогой по меркам Сочи. Ну, сами посмотрите. 3,8 сотки земли. Все есть. Предчистовая отделка, даже я бы сказал, прям полноценная предчистовая. Стены, розетки, все это имеется. В принципе, окна, да, вот такие, вы сами понимаете, что окна вот такие закругленные, они уже стоят в разы дороже. Ну и в целом уже, смотрите, даже территория сделана, да, маленькие туи посажены, что-то еще там, какие-то лопухи. Ну, в общем, как бы старт дан для того, чтобы можно было приехать и получать от Сочи удовольствие. Автобус здесь идет, школа здесь имеется, все имеется, и, соответственно, за 7,5 миллионов рублей это как бы дом, который вне конкуренции. Просто конкурентов вы в этом бюджете не найдете. Ну, могу прям точно сказать, не найдете. Лично мне этот домик понравился, и больше всего понравилась цена. По сути, что можно купить за 7,5 миллионов рублей? Можно купить квартиру в жилом комплексе «Кватро». Это будет Дагомыс. Квартира 50 квадратных метров. И если сделать предчистовую отделку, это нужно добавить как минимум 13 тысяч квадратных метров, то получится, ну вот, 6,5 миллионов плюс еще миллион. Вы вбухаете вот такое же состояние. И в итоге получится вот так же 7,5. Но это свой домик со своей землей, со своими двумя парковочными местами во дворе. Поэтому, ребят, что я хочу сказать? Я думаю, что я много пересмотрел домов, и на данном этапе считаю, что этот дом один из самых интересных, именно если вдруг у вас небольшой бюджет, если все-таки хочется побольше земли, при желании, например, землю можно и с этой стороны использовать, да, можно себе землю также завести, здесь что-то там посадить, и с этой стороны при желании можно эту плитку убрать, если вам нужно больше огород. Ну и в целом, я думаю, очень даже хорошо. Вот и даже ворота, посмотрите, какие красивые ворота, притом автоматические. При этом парковочные места для двух автомобилей, а больше, в принципе, наверное, семье не нужно. Ну и, конечно же, домик, при всем, при том, что он недорогой, но у него есть утеплитель, как положено. Он сделан из камня, не из говна и палок, как вы привыкли в этом бюджете смотреть домики, к примеру, в Красной Воле. Да? 78 квадратных метров дом, из каркасник, и, соответственно, цена у такого домика уже там по 6,5, по 6,8, при этом ни земли, ничего. Здесь же вы получаете много всяких бонусов, много всяких фишек, хороших соседей, ну вот как бы так. Поэтому, ребят, если вдруг хочется домик и хочется что-то самое такое недорогое по тесной цене, я рекомендую посмотреться к данному частному дому. У него все документы, можно оформить в том числе ипотеку. Здесь все идеально, все прям просто гладко. А теперь, ребят, всем пока и спасибо за просмотр. Есть, ребят. Давайте еще немножко покажу. Вот на парковка. Два автомобиля, например, такие, как мои там, да, 5-метровых, спокойно сюда заедут. Ну и, конечно, самое главное, посмотрите, какие красивые ворота. Ну и в целом очень даже достойно домик смотрится. Лично мне нравится. Ну и вот рядышком тоже домики застраиваются, и больше уже здесь ничего и не будет. Тоже вот смотрите, какой красивый сосед. Лично не знаю, как вам, я считаю, что за эти деньги это очень хорошее предложение. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. 7 миллионов 500 тысяч всего лишь. А теперь пока.